Жители Дальнего Востока смогут получить 1 миллион рублей на покупку жилья при рождении третьего ребенка. Рассмотреть этот вопрос Кабинету министров поручил президент Владимир Путин. Предлагается выплачивать единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей. Деньги можно будет потратить на покупку жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство. Первого заместителя прокурора Забайкальского края Максима Шипицына заменили на бывшего прокурора из Иркутска Эдуарда Мухаметова. Данные опубликованы на сайте прокуратуры региона. Мухаметов проходил службу в органах прокуратуры с 92 года, занимал должности старшего следователя прокуратуры Иркутска. С июля 15 года он был прокурором Иркутска. Предыдущий первый зам прокурора Максим Шипицын занимал эту должность с 2009-го. Пресс-служба прокуратуры Забайкалья комментировать назначение отказалась. Бывший главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук 18 октября в суде попросил не лишать его работы организаторам здравоохранения, поскольку он мог бы принести пользу стране в этой области и вернуть себе доброе имя. Во время прения Юрчук отметил, что Минздрав уже отстранил его от работы главврачом. Также он заявил, что этот поступок, с его слов, перечеркнул множество добрых дел, хотя полученные деньги, с его слов, не могли повлиять на итоги аукциона. Адвокат добавил, что бывший главврач – человек непотерянный. Загрязнение атмосферы первой степени опасности объявили в Чите с 21 часа 18 октября до 12 часов 19 числа. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Забайкальскому краю. Ведомство рекомендует жителям не выходить на улицу без масок, не проветривать помещения и заниматься спортом в закрытых помещениях. Ведущий научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СОРАН Николай Сигачев, напомним, 12 октября заявил, что в Чите на самом деле нет комплексного плана, нацеленного на очистку воздуха, а существующие программы можно назвать только перечнем мероприятий.